Сергей Кривонос с вами. Качалка. Здесь и радость, и грусть. Здесь повсюду звучат голоса. Здесь буфет-ресторан, рядом парк и аллеи просторные. Это маленький город с названием привычным вокзал. Во главе с чуть подвыпившим, вечно мешающим дворником. Почему неизвестно его называют Качан? Проживает один во дворе только шарик хромающий. Выпивает Качан втихаря, а потом по ночам матерится во сне и кричит в тишину угрожающе. Он собаку когда-то отбил разгульных юнцов, что ее на костре на шашлычном едва не зажарили. Пусть по полной досталось ему от юнцов под лицо, но зато поиграть во дворе можно с преданным шариком. Ежедневно пером подметает прилежно Качан, лишь за тем, чтобы найти то ли хлеба кусок, то ли косточку. И на тех, кто с едой озарит, он не станет кричать. Подметает перрон, дорожа каждой брошенной корочкой. День за днем лишь проснулся, все те же метла и вокзал. Вид устало похмельный и рожа с небритыми скулами. Чтобы у шарика жизнь человечней была, так сказать. Сам он жизнью собачьей живет, но об этом не думает. Пусть считают отшельником, пусть осуждают народ, твердо верит Качан, что простятся ему все чудачества, а умрет, на могилу спасенный им шарик придет, и ему не забоится, не заскулится, заплачется.